Утяшева была на съемках танцев без обручального кольца. В это же время свежих снимков супруги сам Воля уже давно не публиковал. Резидент шоу Comedy Club Павел Воля и его супруга, бывшая гимнастка Лейсан Утяшева, считается одной из самых крепких и стабильных пар российского шоу-бизнеса. Звезды практически не попадают в скандалы, связанные с изменами, внебрачными детьми и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако недавно произошел один из таких случаев. Соцсети заподозрили, что брак Воли и Утяшевой может быть в настоящей опасности. Дело в том, что женщина опубликовала в своем инстаграм фотографию, сделанную на съемках шоу «Танцы». Снимок получится эффектным, и фанаты сразу же по традиции стали нахваливать внешность Лейсан. Однако самые внимательные подметили, что она почему-то сняла обручалку. Фанаты сразу же решили, что Лейсан Утяшева уже давно не носит обручальное кольцо. Стоит отметить, что свежих фотографий супруги Павел Воля уже давно не публиковал в сети. Однако, судя по старым снимкам, Утяшева всегда носила обручальное кольцо, а на съемках танцев почему-то его сняла. Стоит отметить, что во время съемок танцев Лейсан упрекнула одну из замужних участниц, что та была без обручального кольца, хотя и сама отличилась точно так же.